Еще один неудачный день для европейского футбола. Четвертьфинал Лиги Европы между французским Лионом и турецким Бешикташем начался с драки фанов, которые выбежали на поле. Матч откладывали около часа, пока не успокоили болельщиков. Подробнее уже о третьем футбольном инциденте за неделю Елена Абрамович. О том, что эта игра опасна, власти Лиона понимали. В городе ожидали 15-20 тысяч турецких фанатов. Матчу присвоили категорию максимального риска и подготовили тысячи стюардов. Но стычки между фанами начались за 2 часа до начала игры. Возле стадиона. Чтобы разогнать болельщиков, полиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты. Игру задержали, так как на поле выбежали болельщики Лиона. Турецкие власти уже успели обвинить именно их в срыве матча. Но очевидцы рассказывают, французские фанаты на самом деле убегали от турок, так как те забрасывали их петардами, а потом ворвались в секцию Лиона и устроили драку. Неспокойно было и вокруг стадиона. Игра началась на 45 минут позже, после того, как фанов удалили с поля. Для европейского футбола это уже третий инцидент за неделю. Во вторник в немецком Дортмунде подорвали автобус местной Боруссии, из-за чего матч перенесли. А в среду в Мадриде фанаты английского Лестера затеяли масштабную драку с испанской полицией. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».